Че, народ? Всем здорово. Так. Сейчас буквально момент. Запутался. В общем, что я вам хочу сказать. Диабло покончено. Нас приветствуют ночные огни города Найт-Сити. Наконец-то мы добрались до DLC. Phantom Liberty. Вроде моя видюха вытягивает все. Так, игра была пройдена, я ее стримил, но это было когда год, два, полтора назад, не знаю. Не будем все по новой проходить. Начнем сразу с DLC. Тут, насколько я проверял, можно сразу себе перса создать. Не помню, кем я был. Дитя улиц. Давайте создадим Дитя улиц. Корпорат. Точно не корпорат. Блин, я не включил этот. Блядь, что такое-то? Телефон, разблокируйся. Сейчас буквально. Момент, включу свой помощник. Не знаю, давайте. Не, все-таки сразу чувака и создадим. Конечно, можно смотреть на голую девку бесконечно, но... Че, какой чувак-то выглядел? Тоже здесь есть рандомно? Вот варианты рандомные, да? Ой, блядь. Ясно. Так, у меня звук выключен. Телефон я еще тут не доводил. Так. Ну, давайте создадим рандомного чувака. Но не так, блядь. Ну, слушайте, ой. Че? Прикольно. Ну, нет. Это что? Аниме-тян какая-то. Не, ну есть нормальные образы. О, самурай. Ну, кстати, забавно. Только борода была бы еще не синяя. Бля. Блин, так, ну чей нормально хоть выпадет? Ну, блядь, вроде самое нормальное из всех, но выглядит как-то пидорковато. Так. Блядь, так чё, повторы какие-то пошли. Оу. Ну, кстати, да почему я не могу повернуть? А, R2. Ну, вот это более-менее что-то такое, но тоже. Блядь, на вот этого чувака оставлять. Ненавижу начало игры, не нужно персонажа создавать. Кто такой? У кого времени ебучше? О, нихуя глаза, как у этого, блядь. Ой, не Учиха Мадара. Как его звали? Тоби или там Мадара? Я забыл уже, ребята. Много лет минуло. Так. Короче, что-то более-менее нормально, блядь, поправили. Попадется, оставляем. Знаете что? Вот таким примерно Вия представлял. Так, выбрать далее. Кстати, опять же, я теперь не то что не признаю, мне тяжело играть с мышки, клава мыши. Будем играть также с геймпада соньковского. Так, Дитя улиц, характеристики, уровень сложности. Да, уровень сложности тоже максималку ставить не буду, мы чисто сюжет посмотрим. Сила, хладнокровие, окей. Чё, окей? Тихо. Не знаю, вытянет ли у меня видюха со стрима все это дело. Но я выкрутил ультра, вот если не ошибаюсь. Насколько это возможно. Помню эту тему. А чем дело закончилось? Я вот что-то подзапамятовал. Ну, сейчас расскажу. Короче. Я умираю?
Пойдемте смотреть, что там происходит. Блин, меня единственное огорчило то, что я заказывал себе Bluetooth адаптер, геймпад, один хрен почему-то с Bluetooth отваливается. Вот приходится со шнурком играть. Я, конечно, вроде как привык, но все равно испытывается какой-то некий дискомфорт. Но, блин, что включал-то? А, я как-то, ну, не так уж давненько, хотя давненько скачал Wolfenstein. Ой, последняя часть, не которая VR была, а до него. Я мышкой не мог прицелиться, короче, ребят. Поставил геймпад компьютер. То есть геймпад от Sony работает на ПК с обратной отдачей, с динамиком. Слушайте, я теперь все начинаю больше задумываться, нужна ли мне PlayStation. Мне нужен только геймпад от меня. Что делать? Поговорите с таинственной собеседницей. А. Ой, на, после дяблоки к управлению привыкать. Давай. Так чё? Песи город? Ладно. Дитя уль. Дитя уль. Точно за дитя улицы, я помню. Написано «Пёсий город», а «Докдаун» переводит. Ну, короче, ладно. Кстати, да, на ПК же полный дубляж. Полный дубляж, ребята. На Соньке только сабы, если не ошибаюсь. Блин, я не знаю, у меня геймпад не фонит микрофон, кстати, с такими финтами. Так, чё? Добраться до границы «Пёсьего города». Эй, пёс! Не хочу читать. Я, конечно, сейчас не такой уставший, когда это... О, байк. Че, байк возьмем? А че, я вообще все, что было в игре, забыл, короче. Че это? Присесть, сесть. Сесть, присесть. Управление как на Соньке, надеюсь. О, от третьего лица, нихрена. О, я уже забыл, какой говёный. Блин. Слушайте. Стойте. Отдача на геймпаде, как на Соньке, работает. То есть, я не знаю, сейчас покажу, видно, не видно, короче, типа сцепуха срывается, газ. И смотрите, курок. Курок, короче, колбасится, когда вот этот. Я не понял, а что произошло-то такое? Настолько апнули геймпад от Соньки на ПК. Блин, фига, тормоза даже плотные такие. Блять, прикольно. Я такого на Соньке-то даже не помню. Или это после Diablo. Че я начал базарить-то? А, про геймпад. Последний раз, когда подключал геймпад, че я проходил тоже с ПК этот, зажопил это. Ох ты. Вот и приехали. Перехвалил я. Блять. Какой-то глюк, что ли, будет. А, че я хотел сказать? А, про геймпад. Короче, приходилось скачивать Death for какой-то Commander. Короче, через него только полностью функции геймпада начинали работать нормально. Там сенсор, хуенсор. А сейчас просто шнурок втыкаешь, Type-C. А что, ехать-то не могу? Ладно, слезу. Да, может, насчет ультра я погорячился. Ну, ладно, сейчас посмотрим, как оно пойдет. Этому чуваку давайте подойдем, может. Что скажешь ты, чувак? Вали давай, ну ладно. Хуя все кумарят. Вот это будущее. Найти Сойку. А я даже не представляю. О, нихрена. Нихрена себе. Происходит.
А лицо-то Сойки можно посмотреть? О! Она по-любому бывший сотрудник Арасаки, отвечаю. Пивка б холодно, а так помогло бы. Нихуя мне не пройдет. Слушайте, как-то Cyberpunk-то поинтереснее Diablo идет, прям вот вообще. Нихуя. Нихуя. Типа, а сейчас Джонни отрубила, получается. Конструкт. Ты, наверное, Netrunner? Коснемся. Оу. Серьезно? Да, не шучу. Да мне кажется, пиздишь. Он летит в Найт-Сити. Посадка произойдет, где наши средства связи не работают. Я смогла пробиться только к Виачипу. В настоящий момент ты наш единственный контакт на Земле. Как я могу помочь? Если сколько времени у нас? Слишком мало, чтобы избежать падения. Но достаточно, чтобы потери. Нам не обойтись без твоей помощи. Тебе нужно будет обеспечить безопасность президента. Катастрофе она вышла. А вот тогда он вряд ли. Вот так вот сходу хуяк, я тебе фраерок, короче, который может спасти президента. Ты сказала, что можешь мне помочь. Это правда. Ты видел только часть моих возможностей. Они гораздо шире. Я могу помочь. Рада на тебя. Вот это здорово. Но. Тебе кажется, что выхода нет. Мне это чувство хорошо знакомо. Считай это авансом. У тебя на Виачипе полно поврежденных данных. Я удалю их и освобожу место для более полезных вещей. Поставлю боевые программы медитеха. А то были Открыто новое дерево способности. Вы получите доступ к дереву способности биочипа, чтобы осваивать умения, связанные с ним. Понятно. Ну то сейчас мы разберемся. Хотя. Ой, слушайте, я уже забыл, что у нас вообще было вкачано-то. Сила 4. Блядь, у меня сила была больше. Вкачана. Я палкой всех пиздил. Сейчас помню. Так, подождите. Очко характеристик, очко способности, 3 для биочипа. Способность, сила, блять, ну мне сила нужна. А, можно скинуть, ладно, это мы разберемся. О, навыки. Блять, что-то такого не помню. Так, чё? Киллер. Не, хуйня какая-то. Я такого не помню. Или какие-то обновления выходили? Shinobi. Соло. Я обычно соло. Грузоподъемность. Так, ладно. Так, подождите. Сила, интеллект. А, вот биочип, блядь. Что за пупка-то включил? Анализ уязвимостей. Это как в Fallout, что ли? О, это прикольно. Так, это что?
становится оптическая ножа родни, можете включить ее в бою, чтобы сбить с толку врага, получить возможность выйти, блять, тоже прикольно. Рук, клинков, бога. О, это то, что помните изначально, как только киберпанк анонсировали, телочка сидела на асфальте, такая полураздетая, у нее клинки торчали. А, вот руки гориллы, вроде это такой имплант был, блядь. У меня таких имплантов пока нет, только я не знаю смысл. Блин, наверное, давайте пока все-таки маскировку возьмем. Если что, можно же скинуть будет, да? Да? Ведь да? Сила. О, блядь. Бля, я все в силу вкачивался. А подождите. Сила 4 из 9. Что-то я, блядь, что-то такую ветку вообще не помню. Вот я палка все ходил, мудохал, блядь. Так, тогда мы, знаете, что сделаем? Сброс характеристик. Или... Я уже сбросил, да? Оу. Окей. Я скинулся или нет? Короче, нахуй, пока так все оставляем. Разберемся по ходу дела. Почему? Подождите, персонаж, новый уровень, параметры, очко характеристик, типа, а чё у меня вкачана техника, инженерные навыки, бля, хуй знает. Все, потом, все потом. Ой. Никто не заметил. Че, ну я понял. Черного хода я в тебя вошел бы, слышь ты. Развихлялась тут. С черного хода. Найди вход на старую парковку. Ой. Погнали. Так, а что-то подождите. Оу. Присесть, R3. Вытащить оружие. Ох, нихуя у меня тут этот, блядь, ствол-то. Так, зажимаем треугольник, выбор оружия. Нихуя, это что такое? Оптическая маскировка. Макс док. Клинки. У меня есть клинки богомола. Нихуя себе, блядь. Блять, на ловко отчётся-то, я ж не знал, что у нее есть. На 30% на... Как его быстрый доступ? А, он и включен, все отлично. Отвлеки, ага. У нас есть какое-нибудь типа сканирование там? Ой. Так, это подождите. А, так, а пока. Блять, управление. Вот это, знаете, самое хреновое, как-то, блядь, не знаю, год с лишним не играл в эту игру. Так, пригнулись. Если что, R1, да? Бля. Сколько перезарядка? Блять, перезарядка долгая. Какая-то хуевая ситуация оказалась. Присесть, уклониться, призвать оружие, совершить быструю атаку. Вот эта трешечка, что такое у меня? Что я сделал? Блядь, это хилка, походу, была. Блядь, шняга получилась, ребят. Блядь, меня палит. Бля, я не знаю, как мне.
попасть на парковку. Вон туда нужно, да? Блять, этот палит, этот палит. Нам вот туда, вон, туда идти обратно. Сука. Так, я могу быстрое убийство делать? Я не помню. В этой части она работает у меня? Киллер. 10 очков опыта. Взять все. Лимит имплантов увеличен. Ладно, ладно. Так, а быстрый сейв? Какой-нибудь F5 может, не? Хоть засейвит, вообще сейвов нету, так. Игра сохранена, нормально. Нормально, сейчас дальше будем разбираться. У нас сегодня, ребята, водный курс пока что, так что уж сильно не хуесосите меня, пожалуйста. Это что такое? Рапорты взять. А здесь есть перегруз, кстати? Снаряжение, киберблатый персонаж, снаряжение, рюкзак, блядь. Рюкзак можно перегрузить? А вроде как и нет. Ладно, нормально. Да что такой зоркий глаз-то у него, блядь? Блядь! Не-не-не, ребят, я хотел появиться, честно вам признаюсь. Где засейвился-то? Блядь, у меня только что один сейв вроде был. 22-19. Вот тут, наверное, да? Блядь, я просто к управлению не привык еще. Я почему-то думал, Аладдин будет обезвредить, я, короче, не то нажал. Сейчас все. Я не хочу, правда, шуметь, как мы можем тут устроить буйство. Кровавую пиздорезку, так сказать. Но не сегодня. Сегодня мы играем по правилам. Бля, загрузка долго. Сука, вот тут комп меня подводит. В чем я? Оперативки 16 гигов DDR3. Причем не самый шустрый, блядь. А процессор Intel Core i5. Старенький, какой старенький, он 12-го года. И вы посмотрите, я еще могу в Киберпанк на ультрах поиграть. Правильно загрузились. Так, еще раз. Квадрат схватить. Обезвредить. Отлично. Стальная труба. Попасть на парковку. Блядь, это чмош ты меня заебал уже, нахуй. Хули ты, блядь, сука, пыришься на меня постоянно, а? Уёбок. Да, я, по сути, могу эту тёлку даже не убивать. Не обезвреживать, извините, извините. Отлично. Теперь где? Нормально слышно? Не провел микрофон. Сейчас, секунду. А у меня стрим вообще идет? Интересно. Интересно, ребята. Идет стрим. Слышно меня? Идет стрим. Слышно. Заебись, все отлично. У тебя приложение помощник называется. Погнали. На подземной парковке. Это что такое лежит? Термостойкие нейлоновые штаны. Не знаю зачем, но надо. Надо, блядь. Убрать. Еще знаете, что было бы заебись? Значок сейва видеть, где он, автосейв, он же тут есть. Строгие брюки, да нахуй это, блядь, брать даже не хочу. Сначала хотел всякое говна насобирать, теперь не хочу.
Точка доступа. Вот похож вроде как, да? А что за хуйня? Ладно. Что-то включилось. Так. Ясно. Найти точку доступа. Ну, пойдемте сюда, я не знаю. Компоненты скриптов. Наверное, что-то нужно, я думаю. Блять, к управлению никак не придрачусь. Еще после Диабло вообще это 3D-шутер ебошится. Так, подключиться. Вхожу в систему. Куча старых протоколов, поврежденные данные. Погоди секунду. Надо пингануть один наш сетник. Пингануть. Так, сейчас найдем какая-то сеть или октауна нам подходит. И сделаем бэкдор. Я так и думал, что через стекло не пройти. Ладно, ладно, че. Хаба. Дека, старая дека, это что такое? ПК типа? ПК. Старый ПК. Опа, кто лампочку включил? Бля, мы где оказались-то вообще? А я не помню. Наверное, из-за друга. Что-то было такое. Ему не удалось выбраться. Не удалось. А, он про этого братана здоровяка говорит, как его звали-то, забыл уже. С косичкой-то. Ощущение, что я ползаю, не кажется? Вот у меня как-то так вот. Блять. Я первый хотел сказать. Попасть на мостик, заебись. О, как я. Только что высоко прыгнул, а чё, я не могу больше. Это что такое? Компоненты. Предметов уровень 2. Отскок. С этим разбираться нахуй надо, ребят. Евро-доллары. Вот я увидел, сохранение сверху идет. Тоже верно. Реально, блин, это что еще за подземка такая стрёмная? Толкнуть. Заебись, мне силы не хватает. Подождите, а может этот
Ай, блядь. Привыкай опять к управлению. Новый уровень, параметры. Другое. Кислогрузоподъемность. Уровень, репутация. Это под радио искать. А, это репутация. Ладно, я думал, уровень, блядь. Так, ладно. Персонаж. Сила. Так, подожди, типа она вкачанная? Я не могу понять. Одно очко способности у меня есть. Сбросить. Я не могу это сбросить. А, могу вот это вкачать, да? Скорость восстановления здоровья повышается за каждый потерянный процент. Как это работает, бля? А что там следующий скилл? После применения кровяного насоса медикаменты вероятность компенсации на 100%. Это что за хуйня? Урон, получаемый вражескими транспортными средствами и пассажирами, увеличен на 50%. Хуйня. Во время ускорения. Ну, блядь, даже не знаю. Хуй знает. Ну, допустим. Почему, типа, вот это не могу очки вжариться? Недоступно. Почему недоступно-то? Новичок. Чё, сила, блядь, 4. Очко хоро... Ай, блядь. То есть, если сила у меня будет сколько, блядь, да? Запутался. Так один хуй не хватает, да? Чё, у меня уж силы 5. Ладно. Ладно. А, так. Типа можно вот так обойти, да? Бля. Президент Майерс желает тебе удачи. Блин. Слушайте, здесь вот вроде ни одного врага нету, но как-то все стрёмно, страшно. Какая-то, посмотрите, бесконечная многоуровневая подземка, блядь. Чё, для чего она вообще была создана, блядь? Тут какие-то тачки ещё, блядь, стоят. Они, это парковка была, типа, или чё? Если парковка, хуй с ней, не так все страшно. Но вообще, как бы, блядь, как-то пугающе все выглядит. Фух, залез. Почти добрались. А здесь что? Ладно, не на Соньке играем, ачивки не нужны, так что. Вернее, их нет. Прикинемся, типа, да, ты была, нихуя себе. Засекречено. Бля, с графики просто кайфую, ребят, вообще прям. Нечто, блядь. За хуйня. Гостин Гусь 2. Ай, похуй. Вызвать лифт отключено. Курт Рассел. Ха-ха-ха.
всех себя подъебал, почеши свою левую пятку, блядь. Тебе самого зачесалось, блядь. Значит, она все-таки в эту сторону. Открыть силой. Ай, блядь, точно. Точно. Выходило же крупное обновление Киберпанка, когда я уже не играл в него, блядь. Вот и поменяли все эти ее прокачки. Ух ты. Че? Что-то я, блядь, не то делаю. Фонарик-то есть? Или как? Блядь, тут лестница была. Ясно. Понятно. И, кстати, ребята, после... DLC Киберпанка, мы, знаете, что ебошится в Робокопа, нахуй. Эй! Хуя тебя жопка. Ай, ты в штанах. Бля, прикольно вообще. Знаете, что не прикольно? То, что... Сука, нихуя не помню, типа, как правильно, что вкачать, что... О, лилипут. Или это ребенок. Кстати, вот сейчас видюху и будет понятно, как она работает при такой нагрузке, как хуева гора народа, неписи. Опа, драка. Ну, кстати, что-то около дела. Ну, что-то FPS, конечно, падает. Похуй. Так. Что-то... Вин, да, блядь. Насколько у тебя все плохо? Время поджимает. Рано или поздно VIP меня добьет. Вот так вот. Главное, что ты борешься. Пытаешься придумать, как тебе выжить. Есть ощущение, что ты ради этого пойдешь на все. Можно и так сказать. Типа того, блять. Не отчаивайся. Я с тобой. Вот так и думаю, блять, вставлять себе чип или нет. Да, о, хуя. О, какой толстяк забавный, посмотрите. Курит, сидит. Ха. О, чем его занят? А я могу ударить его? Так. Вот это неудобно, конечно, что сенсора манить не могу. Вместо курсоров у тебя мышка виртуальная. А ну-ка. Нельзя толстяка ударить. Ух, нихуя, у него щи прокачанные. Ну, слушайте, ребята, я не знаю, вроде посмотреть так, да, Киберпанк, типа, блядь, ну прикольно. Вроде бомжово, блядь, а вроде как охуенно. Посмотрите, стоит самурай, блядь. У него этот котик, блядь, который сейчас везде нас уже нигде не ставят. И он продает какие-то семена, блядь. Все неоновое с подсветочкой, блядь. Охуенно. Ну, я, кажется, драться могу теперь. Кто сказал? Ты что? Ладно, хуй с вами. Ух, нихуя себе это. А, это статуи. Я думал, роботы такие. Хорошо. Теперь тебе нужно на крышу. Это еще зачем? На город посмотреть. Я не шучу. Оттуда буквально видно место, где мы приземлимся. Да, блядь. Я все привык, что X это действует. Я нажимаю, а то прыжок в этой игре. Вот это да, самое сложное между играми, когда переключаешься, к управлению привыкать. Короче, думаю, что на шмотки не обращаем пока внимания никакого. У нас вроде пока все по топу прокачано.
А, что-то лифт, блядь. Я потеряла ключ. И что теперь? Попробуй перезапустить генератор. Это что ли? Поехали. Доктаун или песи города, блядь, что? Не могли перевести как в этот? Нормально-то. Не, вот слово-слово, но кроме вот, блядь, это вот мне немножко по мозгам дает. Читаю, я сейчас сабы читаю, пишет песи город, типа, туда эти говорят Доктаун. А как в оригинале это было, интересно? Никто не... Ну, может, кто-то помнит, но точно не. Паркур. Это паркур, ёпта, ребят. Так, и чё? Ты добрался. Хорошо. Что дальше? Затишье перед бой. Так, чё, куда мне смотреть-то? А, вон туда? Это мы. Наш самолет. Где, блядь? Мы снижаемся. Посадка будет... Это грязь на мониторе или самолет? Грязь, блядь. Что? Что такое? Так куда смотреть-то, блядь? А, о, о, все, вижу. Нихуя себе, ракеты запылили. Что происходит? Ух, твою мать, попасть на место крушения, да я, блядь, центр этого места крушения. Пиздец. Ну, начало, ребята, положено. О, аквапарк. Как бы жопу не ободрать себе, да? А я типа могу, может, тачку взять вот эту какую-нибудь, да, ведь? Могу ведь? Блять, могу. Сейчас докурю, приеду. Блять, Сойка. Ай! Кажется, чувак, которого я поцарапал, бомбанул только что, блин. Ракеты? Сусойка, вас что, просто взяли и сбили? Какого хера? Блять, я чувствую, как скорость тачка переключает. А что такое она? Ты целеустремленный. Приходи с ним. А потом что? Какой план? Найди Майер. Слушайте, ну я прям в приятном удивлении нахожусь. И что дальше? Это типа плохие чуваки или просто зеваки? Я что-то не понимаю. Ой, блин, он еще в машине, нихуя себе. Нихуя себе, нет, тут лента ограждения, типа нельзя сюда. Ну, я предполагаю, что она вот сюда. Блять. Ёпта.
Бля, сейчас кучу хуйню делаю, похоже, что редкую, блядь. Бежим, сука, бежим. А, блядь. Где я оказался, нахуй. Вот что, ребята, делает лишняя паника. Так, это ладно, окей. Блять. Здорово. Блять, опять куда-то недавно бежал. Оу. Блять. Значит, все правильно, изначально отошел. У меня реген ХП есть. А че куда дальше-то? Сюда типа прыгать? Блять, нет. Сука. Да не, пизду, надо загрузиться. Последний сейф нам нужен. 22, 40, сейчас сколько? 45, 43, наверное. Вот тут, скорее всего, да. Я, кажется, запаниковал, хуйни натворил. Пить хочется, ребята, и курить. Хочу пить. Курить и баб ебат. Блин, загрузки, конечно, из-за слабого ПК долгие, блядь. Я на Соньке привык, когда SSD стоит. Да вообще она мощная, блядь, быстро все грузит. Ну, кроме Ведьмака, конечно. Хотя, слушайте, в Киберпанк, может, та же, как в Ведьмаке, загрузки долгющие. Хуй его знает. Так, пока окошко откроем. Освежим воздух. Это только что потная катка была, блин. Так, чё? А в смысле ты меня проведёшь? Типа... Давайте так попробуем. Может, зря пешком бежал? Бля, это бетонная хуйня, так я понял. Вот это я хуйни наделал, да? Оу! Чувак! Ты чё, блядь, не сбиваешься-то, я не понял. Короче, мы вернулись к тому, с чего все начиналось, да? По каким нахуй лес? Блядь! Я эту хуйню не заметил в тот раз. Но мне кажется, у меня такую толпу не выстянуть было, блядь, даже хоть я и прокачан, я тут ебанулся всех отстреливать. Куда дальше-то? Блядь, я не... А, ладно. Все. Ребята, у меня неделя была тяжелая. Я хоть сегодня получше себя чувствую, но сегодня подзаебан и туплю. Так что извиняйте. Мы еще чуть-чуть поиграем, и на сегодня пока, я думаю, хватит. Стою перед лестницей. Куда идти? Что делать? Ёпта. Потом 3 секунды проходит, знаете, информация загрузилась. Ух ты, лестница, блядь. О, левел ап. Без понятия. А мне надо как-то... Стоп! Я знаю. Заберись на кран. Я попробую его запустить. Нельзя терять ни минуты. Заберись на кран. Что, типа прыгать сюда? Так, стоп. Добраться до разбившегося шаттла, блядь, прикольно. Огонь по цели. А я оружие не могу достать, что за хуйня? Так, и чё? Так мне бежать, типа, или
как. Давайте пострелять попробуем, да? Пидар... Оу! Я ж тебе хоть что-то, сука, мразь, сделал, блин. Блядь. Там не в Диабло, блядь, все кнопки жать. Чё, противник? Бля, какие живучие, ёлки, пошумать, а? Бля, тут может клавиатура был... Оу, чувак! Блядь! Я поэтому киберпанк хуячил с этим, блядь, с палкой, блядь. Еще живой. Все? Так. Пидорасы. Кстати, знаете, что интересного? То есть, подождите. Везде отдача, вот на тачке всякая хуйня. Это почему наушники-то? А у меня звук из монитора идет, блядь. Никакой нахуй домашний. Телевизионные колонки, правильно, да? Динамик контроль, о, включено. Прикольно. Так. Управление. Вибрацию. Вибрацию просить бы. Транспортно. Мертвая зона. Уклонение на клавишах направления. Не значит. Значит так. Альтернативная. Включено. Нахуй. Наклон камеры. Мышь. Чувствительность. Мышь. Геймпад. Так, инверсия, не надо ничего это делать. Чувствительность, хорошо все у нас. Расширенные настройки, я думаю, вот это на... Ой, блядь. Кривая отклика, я даже нахуй лучше не полезу-то. Вида третьего лица. Опа. Стоп, 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 стоп. Давайте еще разок, что тут? Так, ага, понятно. Уровень сложности, режим медленного жесткого диска. Сука. Нахуй так подъебывать-то. Так, а где графика, блядь? Впечатляюще, видали, нахуй? Ну, там не все меняется, но, короче, все максимум, что мог, выставил. Так, монитор, HDR, а чё HDR-то не работает? NVIDIA Reflex, понятно, интерфейс. Мне просто хотелось бы отдачу от автомата получать, честно. Блять, как в кино. Субтитры, да подождите. Опа, а вот вибрация геймпада. Вот, триггер на эффект, там не есть. Эффекты триггера включено. Включено. Давайте попробуем вот так сделать. Может, то, что он 100% выключено, поэтому... Нет, вибрации, ребята, почему-то нету. Есть какие-нибудь гранаты у нас, нет? Нету. Ели, что ли? Я тоже хочу ракетницу себе. Так, стоп. Ай, не то. Это чё? Максдок ингалятор. Понял?
Блин, я хочу клинки богомолы. Быстро атаковать. Л2 блокировка. О, ёпта. Ребята, и дали нахуй на разу. Блять. Вот эта тема. Тут еще остался, мне кажется. О. А чё отскочил-то? Все, еще. Так, конечно, хп больше расходуется, блин. Не, все-таки в таких перестрелках, мне кажется. Так, стоп. Ну-ка нахуй, блядь, сосать. Синоби, блядь. Ну, видите, надо прокачивать, видимо. Я понимаю, что они свои. Блять. Отлично. Чё за хуйня? Какого-то говна набрал. Так, чё? Бля, вот что такие? Что такие жучи-то, блядь, а? Не, все-таки вот таких помещений... Блядь, все никак управлению. Мне вот эти, конечно, руки-клинки понравились прям. Сейчас разберемся дальше. Блядь, там какой-то босс. Босяра. Так я всю игру, ребята, я прошел. Хочу на шелупоне, а я помню с боссом разбираться. Мне никто не поможет, может быть, нет? Пидор, блядь, жирный. Фух. Синоби 12. А там все палка, ребят, хуячил. А чё поднять тело? Нахуй мне его поднимать-то? Фух. Так, а мы быстро бежим. У нас реген хилка идет, так что все. Хороший скилл. Ахиллес какой-то взял. Найти Розалинд Майерс. Какую дверь? Чего? О, киборг. Интересненько. Блин, вот эту тему. По-любому какая-то тема должна быть, нет? Зажать нужно. Дай похуй. Да и поебать. В смысле запрета начинаю? Здорово, здорово. Я просто что-то тут увлекся, проебал чат. Что за запрет-то, я не понял. Что за запрет-то, Тёма? Твою ж мать. Они до сих пор не успокоились.
сейчас начнем. Их надо убрать. Их надо убрать. Убьем. Сейчас мы их убьем. Шиноби! Не, нахуй. Ой, блядь, какой нахуй шиноби. Так, тихо. Тихо, 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 тихо. Никаких нахуй шиноби. Бля, что нам с ним роботом-то делать, здорово? Сука, он еще сошагает, блядь, пидор. Мало как в Fallout'е скачать скинси все-таки. Ты пидорас. А что у нас еще есть? Что это такое-то? Дробовик. Я стреляю. А, сука, снизу. Ты чмошник, блядь, чувак. О, снайперка, она же мощная должна быть. А, ты не снайперка, это что такое? Вымри нахуй, блядь, босяра. Козел. Где еще живые-то? Он тут? На, на, бля. Бля, у нас ближайшие враги есть. Ёбки, блядь. Блядь, кто занимается, если я этим всем занимаюсь? Хай пиздеть под руку. Потому что я, блядь, росомаха. Да, блядь, никого не добил. Создать. Где я не вижу, блять, там? Минус один. Козел, блять. Не буду тебя прикрывать, нахуй, так. А, конечно, запомнил, если сдохли только что. Бля, я тебе хэдшот только что сделал, чувак. Пошли нахуй. Сука, опасно. Выглядит уже, ты что такой крепкий-то, блядь? Мне кажется, у вас босяру быстрее уничтожил, блядь, нет? Зарядить быструю атаку, понятно. Черт, как вы, блядь? Бля, ну хоть какую-нибудь гранату бы дали, блядь, я не знаю, нет? А, блядь, вымри. Сука, он не вымер, нихуя. Да я понял, что я в опасности, да. Блять, как оружие. Стоп. Ну-ка, вымерли нахуй все. Давай, блять. Фух. Синоби. Да иди ты в жопу, я уж устал, бля, беглый огонь, блин. Фу. Зойка, ты тут? Вы. Как живы. Оба. Сейчас вам нужно в заброшенное здание на... Элизабет Крест Стрит. Вот это крутая пушка. Там можно будет затаиться. Затаиться? Вся президентская райда. Где затаиться-то?
Куда пиздовать-то? А сюда теперь нужно. Я с этой пушкой бегать не могу, да? Только на связи. С ней все в порядке. Она нашла нам укрытие здесь, недалеко. А что, у меня есть пушка-то новая? Ну-ка, стойте. Блять, нету. Не осталось, не осталось, нихуя. Так, стоп. Ай, блядь, не та кнопка. Персонаж. Так, если силу вкачать, мне все-таки интересно. Мы должны вернуться к нашим клинкам. Или что? Как это сбросить потом? А, сила требуется 9. Минимум 9. Ну, блядь, ладно, постараемся. Очки. Хуй знает, в очках что вкачивать. Стрелять во время рывка, так стоп. Хладнокровие, вот это клинки, что ли? Нет? Кляп. Блядь, вот. Я не знаю, что вкачать, честно вам скажу. Восполнение памяти. Точки доступа. Хуй знает. Интеллект. Техника. Тут что-то вкачано еще причем. А вот модификаторы, кстати. Для кожи и скелета. О, лимит имплантов. Вот это давайте вкачаем. Модификатор. Вот это круто, я думаю. На имплантах будем качать этот. Жизнь. Жизнь жить, блядь. Не то жить. Потом разберемся со всеми этими имплантами, короче. Не, уж подожди, мне интересно, что там про импланты-то. Снаряжение, киберимпланты, вот. Руки, вау. Скелет, вау. Я тебе могу всякие ништяков запихать сюда. Один имеется, а больше не могу, да? Динамический эндоскелет. Что такое, вообще не помню, блядь, нихуя себе. А, криперу нужно попасть будет. Ладно, это потом сидим. Ништяк, ништяк. Люблю я киберпанк, ребята, че не говори. Так, че? Курт Рассел. Ну, Курт Рассел. Там происходит, да, вы все спокойно. Хотя все может быть сложнее. Я уверена, что Хансен уже успел накопить всех пропаганд. Нашим людям теперь будет еще тысячка. Так нам, блять. Мне что-то предоследовать нужно. Я уже. Ох. Ох, и ах. Нихуя себе, я что-то не видел. У меня подкожный датчик. От него надо избавиться.
Сама я не справлюсь, он рядом с артерией. Постарайся ее не задеть. Это что такая шепелявая чувиха? Хуя, у тебя какие цитаты великих людей. На, держись. Блять, так. Сама такая, главное, сиганула по бурику. Да, конечно, блять, приходится. Я нихуя не помню, я не местный уже, блин, твой город. Сыханцы натяли ваш след. Уходите оттуда. Пора валить, идемте. Так, валим, лифт, лифт. Так, лифт. Так вот именно, блядь, лифт нам нужен. Он сейф прошел. Начинается, ёпта. Надо найти щиток. Может занять какое-то время. Хорошо, я пока спрячусь. Ладно, ребят, как раз сейф прошел. В принципе, что мы выяснили? Киберпанк летает у нас. Нихуя не лагает. Графика заебись. Стрим идет. Будем проходить теперь его. Так что подписывайтесь и до скорых встреч, кому интересно. Всем пока.